Привет, ребят, девчат. По-моему, сосед сделал новую свою тачку. Какая-то, слышите, как рычит? Какая-то спортивный какой-то монстр. Что я сегодня сделал? О, викторина. Что я пью, интересно? Это посуда от Moscow Mule. Вау. Что-то серьезное. Но вы подумайте, интересно будет почитать, что вы думаете. Так, вот эти вот штуки, это камни для гриля. Гриль с 2011 года, я его собрал в конце года. Ну да, наверное. И вот он как выглядит. Здесь он, конечно, не очень супер, но это не важно. Главное, что я не трачу каждые 3 года по 300 баксов за новый гриль. Я просто реставрирую этот. И он просто становится круто. Новые эти Love Rocks камушки. Так. Здесь он, конечно, не очень козистый, но это мне по барабану. Жарко. MHP. Крутая компания. Все сделано в Америке. Поддерживаю американцев, не Китай. Китай может отдыхать теперь. Вам, ребятки, успехов и всего наилучшего, чтобы было ништяк, и сами знаете, кто будет чемпионом. Давай!